Друзья, всем привет! Покажу дедовскую хитрость, почему нужно класть в обувь обычное туалетное мыло. Многие, конечно, сталкиваются с тем, что ноги потеют в обуви. Происходит это по разным причинам. Почему и как, не буду рассказывать, вы сами об этом знаете. Это очень неприятно, когда обувь пахнет. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Как от нее избавиться, я вам сегодня расскажу. Вообще пот человека не обладает вообще никаким запахом. Так что если вы просто пропотели, человек не начинает, можно так сказать, смердеть. Самый показательный пример – это баня, вы все знаете. Люди там обычно сильно потеют, но запаха нет. Неприятный запах появляется в результате размножения разнообразной микрофлоры. Понятно. Поэтому запах пота остается даже тогда, когда никакого пота уже нет. Помимо того, что пот способствует размножению бактерий на коже, он также помогает размножаться на предметах одежды. И без своевременной стирки любая одежда, пропитанная данной субстанцией, рано или поздно начинает вонять. Так, много чего сказала. Ладно, давайте не об этом. Понятно, что ноги пропотели, обувь воняет, и к тому же очень сложно вывести этот запах. Большинство что делает? Сушит обувь, проветривает, но такой подход является, конечно, верным, но недостаточным. Для того, чтобы полностью побороть запах пота в обуви, необходимо использовать обычное хозяйственное мыло. Что мы делаем? Берем хозяйственное мыло, кладем внутрь. То же самое со вторым куском. Помещаем внутрь мыло и туда, и сюда. И оставляем в таком положении на ночь. С утра убираем мыло. И запаха не будет вообще. Обязательно проверьте, вот вы убедитесь в этом сами. Ничего не нужно, не застирывать, никакие там чайные пакеты не помогают. Это я уже испробовала. Единственное, помогает это мыло. Вот такой вот простой, но очень эффективный совет поможет избавиться от запаха неприятного в обуви. Что мужской, что женской. Так что обязательно воспользуйтесь. А вы знали про этот способ? Расскажите, пожалуйста. А на этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч.